Всем привет, это GPCU, и сегодня у нас продолжение КФР. Так, интересно, а куда? Ты? Так, у меня вообще оружие есть. Ты? О, патроны есть, это хорошо. Ну да ладно, нам нужно какую-то дверь открыть, насколько я понимаю. Ну заперто с обратно. Это хорош. Глупи. А? Эта дверь заперта, да? Так. Ключ. Мини. Давайте. Тихо. Тихо, блин. Ага. Погодьте. В две руки. Опанька. Что-то мне тут как-то совсем не нравится. Тихо. Блин, жизни совсем не хератушки. Где мы? Где мы? Твою мать! Дела! Ой-о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 й
А ты чё, тварь? Йоу. Так, это дуля, которая... Как это называется? Взять. Ты совсем забыл, что у меня вот такая херотень есть? Всё, гуд. Так, против нее в нож надо взять, потому что она может нас самоубийством. Она может нас самоубить. Блять, я какого хера. Так. Что же сделать-то, а? Пистолет взять или нож? Хер знает, давайте нож возьмем. Эй, псина. Никого. Куда идти-то? Угу, понятно. Пивай. Не так сделал. Чего надо сделать? Так. Что за нахер? Тихо. Что за нахер? Что это было? Просто я боюсь сказать. Что это такое там наверху? Так, погодь. Фу. Понятно, тихо. Свали. Что такое? Это что, рука? Твою мать! Сука! Эй! Эй! Эгегей! Где тебя? Иди в жопу!
Я настроиться не могу. Сука какая, на. Иди нахуй. Блять, молодцы. Ах ты, сука, ты треногая, на. Как вы понимаете, там еще одна гниль. Я могу ее сзади обойти? Эй. Подожди-ка. А это как? Ой, блядь! Пошла нахуй! Дура, блядь! Она, надеюсь, отсюда не выбежит? Ну-ка ее нахер! Так. Что-то мне музыка тут не радует. Тихая! Блять, реально она оттуда не выскочит? Фу. Так, спокуха. Тихо. Блин, нереально стрёмно, она сзади не появится. Так, дверь какая-то, да? Хорошо. Давай. Что за нахер? Ебаха колотиха виселица. Они пошли, малые господа. Опу. А что там такое вдали? Идите в жопу. Никакая хера тебе не вылезет. Что такое? Это ничего. Ты что там такое? Тихо. Как выскочит, как выпрыгнет какая-нибудь херотень. Тихо. Блядь, что за хуйня? Господи. Твою мать. Я сюда не хочу так заходить. Тихо. Ну-ка. Патроны! Дайте мне патроны! Взять патрон. Где-то грёбаная, вот она.
Okay.
Хватает. Как может ему хватать? Я понять не могу. Сейчас с тобой. В таком положении не хочу самое. Смотри, как перезаряжаться, то я что-то, ну-ка. Сейчас. Так, достижения, настройки. Спринт на шифте. Бежать на шифте? А, на шифте, ёлками, баба, я на альте бегал. Так, прыжок, перезарядка. Ну ладно, давайте попробуем еще разочек. Раунд 2. Слушай, не доносок. Иди в попу, блин. Сука, стрелял. Гандона. Это бас. Ну, полки мой. Нахер. Упаный. Валим, ты какой?
Как от него бегать, ты урод? Да. Сука, сейчас еще дверь заблокирую. Долбанного. Наследос, блядь! Иди нахуй! Сука, сдох. Блядь, иди нахуй. Иди нахуй! Блядь, сука, давай оживай, урод. А то буду по кругу бегать с тобой, нет? Да, блядь. А ты там за нами. Взять патрон? Не понял. Секундочку. Ох, настройки. Так. Где эта гребаная? Вот она. Патроны! Дайте мне патроны! Да ладно! Как у тебя хватает, ты придурок? У тебя же их нету. Так.
Хватает. Как может ему хватать? Я вот понять не могу. Хер с тобой. Кстати, нет. Вот я в таком положении хочу это самое. Чтобы именно вот так вот и сохранить. Блять, ну я уже даже не знаю. Сука. Похож на... Иди нахуй. Иди нахуй. Иди нахуй. Блять, ну как так? Блять. Сука, ну ты же заведительный ублюдок. Как? Да что хватает, потом ты дебил. Ура! Ой, блять. Я его знаю. Иди в жопу. Опа! Ну, ножом это, по-моему, так чувственно просто это сражаться будет. На! Блин! Ну, пиздец, что за хуйня, почему они перезаряжаются? Я вообще не понимаю. Сейчас лупешу его, пёс. Вот, честно слово, не догоняю. Может, архив какой. Так, спрятанная запись. Ой. Блин, вот бесит вот это. Фух, так. Может быть опасно. Давай. Совсем непонятно. Это лажа какая-то. Столько патрон? Почему? Какого хера? Кто мне скажет, я не могу перезарядить патроны туда ёбаный. А, ладно. Даже не знаю. Так. Настройки, да? Так, сбежать. Хер с ним, пусть будет shift. Прыжок space. Присесть. А вот присесть будет по стариночке. Буква C. Так, переключение режима.
Так. Goodbye. Так-то, а? Давай, сука. Он как-то не ахти, конечно, делать это. Иди нахуй. Блин, нахуй, блин. А где он? О, блин! Фак. Сука. Нет, что-то тут не так. А что я понять не могу. Давайте мы здесь закончим. Я разберусь с этим. И мы продолжим. Всем спасибо, всем пока. Это был GBSU и это Край Эфир. Чао. Вы знаете, самое смешное, я ведь сейчас его убил. Но мне не хватило памяти в компьютере. Так что через этот ад я уже столько раз с ним здесь бодался. И этот ад мне снова сейчас предстоит. Его безумно сложно убить. Самое главное, стрелять ему в голову. Я его сделаю. Самое херовое, когда смотрят патроны. И с одного ножа это безумно сложно с ним бодаться. А, понял. Убью! В этом деле просто очень странно то. Ну каким-то макаром нажимает нашего сердца. Сука, блядь! Давай.
Ну ладно. Очень корявый персонаж, конечно, очень. Пошку. Блин, вот это я. Не понял. Какого хрена он назад не пошел? Вот так постоянно. Он то застрянет на пустом месте, то еще чего-нибудь. Очень странный, очень дебильный персонаж. Давай. Куда? Куда же вот это? Ты случайно не ходил? Горный баран. Блин, хорошо же. Было, уйди. Он, видите, в нем застревает почему-то. Блин, застрял штука в стену, блин. Уйдем, блин. Тут у меня остался. Воу. Тут не застреваем в нем, не застреваем. Ну ладно, я за пошел. Хватит ли у меня памяти в компьютере на этот раз? Эм! Сука, он в спине стреляет постоянно. Блин, вот это было лишнее, по-моему. Ой-ой-ой! Твою мать, сука! Мышка застрелила в пальце! Сука, у меня провод в мышке застрял, и я не смог отойти. Сука, да почему он в него не попадает ножом, а? Как так? По этой хреноте не попадает. Да заткнись, нахуй. Да ёб, да что такое-то? Как это возможно? Ты кто в упор стреляешь? Нормально, а то стреляешь и... Вот сука, как он, сука, сейчас застрял? В полу, что ли, дебил? И вот спрашивается, где я застрял сейчас? Как я мог в стене застрять? У меня рука сейчас так дрожит, потому что это пипец. А патрон-то на меня не хватит. Воу! Сука,
сука, три раза же в голову попал. Чмо. Это реально не персонаж, это чмо полнейшее. Блин, столько, сука, патронов на него потратил. Ну, блядь, полный боекомплект потратил. О! Блядь, сука. Не застревай, ты меня, блядь. Как так-то? Блять! Быстрее, ублюдок! Да сука, ты беги, дебил! Вот сука, он, как он умудряется в полу застревать? Где ты еще там? Блин! А, ну нахрена! Нет, ублюдок! Как? Как можно стрелять мимо? О, это нереально, по-моему. Блядь! Сука, там что, стена, ублюдок? Давай, ублюдок. Давай, сука. Чмо вонючее. Сука, застрял, ну как? Ну смотрите, он почему, я вот понять не могу. Да давай, вали, ублюдок. Сука. Я говорю, это не игра, это полный маразм. Как можно было... Он меня зажал и все. Я не смог никуда выйти. Блять. Кончено. Сдох, а. Сука, он в лузы сжимает. Сука, дверь. Да сука, ну почему-то застрел там быстро. Давайте, давайте. Давай, давай. Главное в спину его не прижимать. Тут он на папу прижимает. Вот с трех. Он то с трех валится, то с двух ударов. Потом все равно не хватит. Да ё! Козел, сука. Я вообще не понимаю. Жмешь в бок, он не идет. Он же его не зажимает. Что ему мешает? А мешает его тупорылость этого персонажа. Вот, сейчас её хватило. Валим, валим, блядь. Блин, что? Вот как, скажите это? Четыре раза в упор попал. И толку никакого. Не, не играйте в эту игру. Это... Да давай, дебила. Да что, как так-то, а? Что, сука, не идет? Тут до спины за 5 секунд зашел. Сука, ведь застревает, ублюдок. В этой стене хреновой. Во, блядь. С 4 раз.
Давай. С трех раз. Ну как так? Блядь. Да подойди ты к моему спину, блин. С пяти раз. Почему он не отходит? Почему я отхожу, он не отходит? Мне разработчики могут это объяснить? Это было лишнее. Тихо! Блять, вот опять чуть-чуть не осталось. Блять, валим, сука, ну почему ты не бежишь, что повешь на шип жму? Сука. Конченый пидор. И это персонаж конченый, а не вот этот урод. С этим-то уродом все нормально. Он действует так, как ему нужно. А этот урод не делает так, как нужно. Сучонок. Давай. Режь. Сука, в чем он умудрился застрять? Вот скажите мне, в чем? В решетке в этой гребаной? В полу? Да что там, в бетон заливают? Жалко, что с пистолета тоже не убирается. Блин. Маразм какой-то. Отошел он, все равно убил. Блять, игра конченая просто. Да давай, быстрее. Вот как это объяснить? Как 5-5 выстрелов? В упор. Сука, этот пидор еще застревает во всем, что можно. Конченый разработчик. Как это возможно? Ну как я 5 раз попадаю и толку 0? Давай, ублюдок. Блять, 6 выстрелов. 5 мимо. То есть 6 мимо и 5 это самое в точку. Ну как? Я все патроны почти потратил. На.
бегу! Беги там в жопу, сука! Я же отошел! Я же отошел! Как это возможно? Может быть, это так предусмотрено, что надо просто... Игрой самой предусмотрено, что ты как ни старайся, не сможешь ему ничего сделать. Ёп! Что ж ты за сделал? Долги ты нахуй! Опять почему? Вроде мочишь его в точку. Что получается, что получается? Я не понял. Ну вы сами уже видели, он, я успел отойти. Сука. Ну разработчики, блядь. Ну сделают же персонажа дебила. Только я не знаю, как такого, с таким персонажем играть. Он же конченый, он же нарик. Он же козел. Да что же? Да ёб, вот в чем я сейчас застрял? Кто мне скажет? Я же отошел, ты ублюдок. Ты беги, ты конченый блюдок. Сука. Так уже руки дорожат, а ты как-то хренатель. Четыре патрона потратить, когда нужно три тратить. Ну что ж ты творишь-то, а? Сука, ну почему он не бежит? Ну почему он даже не идет? Сучонок, блин. Сука, понаделают тупорылых персонажей. Быстрее, ёб! Что ты такой тупой? Чмо. Сука, я колбасил, блин. Быстрее, быстрее, быстрее. Тихо. Тихо, тихо. Сука. Ну почему ты убежал? Сука, тупой ублюдок! Сука, я еще сейчас застряну, конечно. Сука, беги. Неудобно, да? Фу, как? Где? Где твой рот?
Ну почему? Я попал в него 5 раз! 5 раз попал! Ну как это возможно? Что ему этому выродку нужно? Сука, 5 патронов он потратил, а? Давай, давай, не вставай, не вставай! Рот! Да ё, во что же это? Как это возможно? Скажите, я 5 раз в него попадаю, а ему похрену. То с 3 раз, то с 5. Только делают, а? Давай, давай, урод! Да блин, ну 4 раза, то есть попал! 4! В голову! И толку! Сука, видели? Опять застрял. Сука. Здесь таких дебилов набирают. Я что-то лёг, просто. Блин, он патрон потратил, ничего. Ну, блин, как я застрелял? Козлы. Да блять, что ты, сучонок, застреваешь-то во всем. Блять, опять что-то лёг, ну почему? О-о-о, вот это совсем херово. Колбасил. Ну это все уже, это понятно. У меня уже мало патронов осталось. Да, тварь. Ну ебать, сука, я же отошел, ну почему? Почему это ублюдок такой, а? Сука, такой, вот реально хороший босс, а такое чмо. У нас. Платить он стал, блин. Мало. У меня мышка подключила. Вы знаете, ну это реально конченый персонаж, потому что я не понимаю, пытаешься от него уйти, а он встает как вкопанный.
как это объяснить? Да только кольца не могли такое сделать. Сука, дебилы, блядь. Поехали, твари. Бля, 5 патронов на этого козла потратил. Это уже не пережить, это я уже понял. Бля! Сука! Ты же отошел! Блин, столько патрон тоже собрать. И толку от этого никакого. Шесть патрон! На эту падать. Да ё-моё! Падай, а? Не, ну это нереально, сейчас ножом бегать за ним. Вот 4 раза нормально пошел, а сейчас не смог. Ну потому что конченый. Какие разработчики, такой персонаж. Тихо. С двух. Тихо. Да ёпкарас это, да как это понимать? 5 раз лупануть и толка никакого. Это только козлы могли такое сделать. Пошел в жопу. Ты что ты, сука, застреваешь, ублюдок? Отходит нормально, а потом бац, и как копами становится. Иди нахер. Потратил, сука, что ты встал? Без четырех. Ох, что за бред это? Господа, разработчики, у меня скажут, ну, и всему честному народу. Понял. Потом не осталось, да? Тихо, блин, да я за пошел, мать! Нет, это не игра, это конченая игра.
реально конченая. Да ёб, да что такое 5 раз не поркнул? Беги, чмо, беги, сука! Кирпичных дел мастер. Сука, в упор в башку стрелит, и 4, это всё полёт. Ага, стрелах, то стрели. Пять с пяти, о, просто. Я сейчас подсказал, что мне не хватит. С трех вообще. Да, ну, кончено. Хера. Ой. Это было нежданно. Но, блюдо. Фаталити. Лес Mortal Kombat Closet. Фух. Это было нереально. Это было нереалдос. Так, какая-то квартира. Люстра, лампы. Ну, и что мы здесь увидим? Так. О, очнулся. Что, чмошник, очнулся? Ох, неужели я выбрался? Блин, мужик. Неужели ты выбрался? Что, кто там? Успокойтесь. Я не один из них. Кто же вы тогда? Я никто. Что? Вас не должно быть здесь. Тут слишком опасно. Постойте-ка. Почему на вас один противогаз? Вы что, совсем не соображаете? Разве похоже, что я сам себя превратиться в одного из них? Ох, не могу доверять вам. Откуда мне знать, что вы настоящий? Просто оставьте меня в покое. И иди в жопу. Вот за... хренотня, да? Так. Сохранились? Фух. Давайте мы здесь закончим. Это был GBCU. Это был... упоротый Кайофер, упоротый персонаж и упоротый босс. Это, ну и все. Всем спасибо, всем пока.